кальяны, чай горячий. Коснуться рукой навсегда, связать с тобой удачу. И утро вдвоем с тобой, ловить губами губы. И рядом с тобой щекой, смотреть кино в ютюбе. Счастье не тебя.
ночь, мамуля, тебе тихо прошепчу я, ты прости за все меня, непослушное дитя. Спасибо огромное. Да. Спасибо. Можно включать, Валера? Нужно. Давно полетел к тебе,
Очень люблю. Я правда очень счастлива сегодня, что вы все пришли. Очень много сюрпризов для меня сегодня. Спасибо большое. Давай, наверное, дальше. Конкретному человеку и всем стюардессам, вот, проводницам. Нас очень... спасла сколько да, людей. Да, она мне очень дорогая эта песня. Я надеюсь, что вам тоже. Поехали, Валера. Да, поехали. Дальше. Не-не-не, вы оставайтесь. Я с тобою.
Это что? Ой, ты моя красотка. Кто там смотрит? Три человека. Я сейчас хотела исполнить песню, но моей подруги нет, чтобы спеть ее вместе. Марины? Марины нету. Да. Вот, я попробую это сделать. Она сказала, что все должно получиться, но посмотрим. Конечно, получится. Мы даже не переживаем. Я не знаю, вдруг она если увидит. Мариночка, большой тебе привет. Очень жалко, что ты приболела и не смогла прийти. Вот, но... Приболела? Да, но она все равно со мной всегда. Подруги. Моя подруга. Да. Подруга, мне с тобою всегда так легко, вновь покрыть.
жизни нелегкой, как ты. В нем есть зависть, любовь и разлука. Столько в сердце пускала гостей. Я все типы твои, ломая.
что надо сделать маленький перерыв. Вот он. Я говорю. Следующая песня. Оля, тебе все передают привет. Да, все передают тоже привет. Огромный привет. И маме тоже. Потому что все здесь. И маме. Не смогли уместиться. Маме, да, привет? Мама, тебе привет! И папе тоже привет большой. И Соне большой привет. И Насте привет большой. Моим дочкам. Всем своим, да. Кто не знает, моим дочкам. Мы поняли. Все, перерыв. Маленький. Все, маленький перерыв. Небольшой перерыв. Твой выход. Нет, не будешь сегодня? Я вчера там родился. Ну и что? Вчера разогрелся. Вчера ты разогрелся. Я попозже. Ну смотри. Так, ребят, отдыхаем пока. Это же
знаешь, сколько эта песня оплачивается? Да. Еще раз. Пяти годами дружбы, говорю. Не говори. Ну, мы видишь, что я без креветок пойдем домой. Трехдневных. Да, побольше. Слава Богу.
представить своего друга, автора-исполнителя Алекса, который приехал поддержать меня. Алекс! Всем добрый вечер. Я рад вас приветствовать в этом прекрасном зале и хочу поздравить, Олечка, тебя с прекрасным началом, продолжением. И хочу для вас спеть прекрасную песню из моего репертуара, которая называется «Мама». Она медленная, но красивая. И самое главное, хочу сказать, что она на армянском языке. Вот, единственное, только вот эта песня будет на армянском языке. Как настроение? Отлично. Супер. Рада видеть вас. Я тоже рад вас видеть. Ну что, поехали. Oh,
Спасибо, Василий. Доченька, есть прекрасная песня, моя репертуаре называется «Доченька». По нашим стихам, что танцуем? Все хорошо? Хорошо. Отлично. Супер. У меня недавно вышла песня, которая называется «Сестренка». Не знаю, слышали вы ее или нет. Слышали. Вот. Буквально за несколько дней она полюбилась многим людям. Ну, может быть, аналогов не было. Не знаю. Но песня была написана душой, а душой чистым сердцем. Нашим сестренкам посвящается эта песня.
Спасибо. А как вам моя новая песня? Отличная. Спасибо большое. Ну, давайте поаплодируем, встретим нашу принцессу, нашу главную героиню сегодняшнего дня. Олечка, я еще раз хочу поздравить тебя. Я тебя очень люблю, уважаю, и тебе желаю творческих успехов. Спасибо тебе большое, что ты приехал. Правда? Да! Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Увидимся. Обязательно. Пойдем дальше, поехали. Не, не эту. Как классно, когда можно выбирать. Нет. Поехали. Погодите танцевать, сейчас он чуть-чуть повеселее. Нет, Андрюш, по-моему, завтра что-то нет афиши. А завтра нет концерта. Горящий солнце в закате. Я хочу наше счастье и блин. Все будет у нас в шоколаде. Я теперь хорошо, Надя. Тебя одни аплодисменты, цветы, да? Браво, да. Спасибо большое. Thank you.
хочу сделать такое маленькое отступление. Это первая песня, с которой вот она потрясающая. Началась моя история сольная. Поехали. Денис, твоя любимая песня. Я в твои объятия, как все.
мне родная дочка моя, и легко на сердце сразу у меня, да, обниму тебя так крепко, поблагодарю за твою любовь, за неземную доброту. Мой отец самый-самый дорогой, мой отец, просто будь всегда со мной. Танюша, не уходи. Оксана, иди сюда. Поем. Шлёп, я один. Валер. Веселые песни. Не концерт, правда? Моей любви последний погас уголек.
Сейчас зажигай. Зажигай. Вещи надо такой спеть? Не знаю, зажигай и все. Спасибо. Пишут, зажигай. Мужчины, вас меньше звону. Пригласите дам на танец. Не сделано из дождя. Мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтобы не заметить, прошел ты мимо осколки моей мечты. За что же так ты? А я поволю, да поволю, что приду к тебе. А я поволю, да поволю, что приду к тебе за тысячи звезд. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячи звезд. К тебе за тысячу звезд. Ты позови любимые красоты. Не сносит крышу без побед любви. Сделана из тебя, твоих настроений, твоей улыбки. Не верю, что все прошло, забыла, какое число. Я в поисках хрипоты, но двери на заслоны, и ты не слышишь восколки мои мечты. За что же так ты? А я попозже. Моля, прости, сейчас он звонит. Требуем сюда.
Сейчас у нас маленькая заметочка. Я просто успела, что хотела, но я еще хочу. Давай, давай, мы ждем. Всем. Наша красотка. Привет. Да. Мои хорошие. Да. Много там народу? Нет. Немножко. Старый год. В этом мире как умеешь, так и вертишься, и думаешь, что всегда тебя желаю. Не надо меня мучить подозрениями, мне лучше, что красивая, скажи. Давай с тобой устроим день рождения моей маленькой, но все-таки души. Кучка, проходи, раздевайся, сейчас я еще одну песню спою. Я ее и хочу. Марина Константиновна, мне приходится... Сумел печать и голову вскружить.
Часы не идут,
тебе готова покориться, и пусть часы медленно сведут. Браво! Борис! Борис? Да, давай! Пока Борис идет. Автор, к сожалению, исполнитель. Может, к счастью. Заслуженный артист. Заслуженный артист. Российской Борис Федерации. И просто замечательный человек. Да. Борис Шварцман. Ура! Спасибо. Оль, не мог секунду. Не приехать с корабля на бал. Потому что корабль кораблем, а здесь бал, здесь замечательная Олечка, замечательная кожа, красивые люди. Что-нибудь спою. Вы не устали от песен, нет? Нет. А у вас что, там прямой эфир? Да. Ну зачем это все? Искривите его. Так, что мы поем? Вот у Валеры все есть? А что такое, как-то звук? Точно? Три с половиной, начну с половины.
Начнем с сумасшедшей любовью. Черная, и было на душе.
Перерыв. Еще один антракт. Антракт.